Всем привет! С вами Однорукий Борис, и это игра Панцар. Да, вам не показалось, это не стрим, это запись игры. Вот, на самом деле, почему запись? Потому что на прошлом стриме была такая проблема, что мы с вами очень долго ждали, когда соберется группа игроков, чтобы пройти карту. Вот. И за весь стрим мы прошли от силы две карты, что ли, если не три. Вот. И это будет у меня небольшой эксперимент. Буду делать записи. Вот, обычные. Вот, ну и, естественно, стримы по этой игре тоже будут, и они будут чередоваться вместе вот с видосами. Вот. Так, давайте покрутим колесо. Это не обычное колесо, это колесо богов. Вот. Как помним, это колесо дает ресурсы, как видите. Да, вот смотрите, я сейчас открыл три вот эти вот значка, они потемнели. Вот, и в соответствии с этими значками у меня открылось три ресурса. Это мистический камень, золото и энергетический эликсир. Вот. И, естественно, если чем больше у нас откроется этих знаков, тем больше у нас откроется вот этих вот остальных ресурсов. Собственно, из этих трех мы выбираем мистический камень, так как его можно обменять на ресурсы остальные. Вот. И здесь самое главное, чтобы вот это колесо не остановилось второй раз на уже открытом знаке. Ну вот, если мы сейчас вот остановились на этом значке, камень в центре ломается, колесо останавливается и дальше перестает крутиться. Вот. Выбираем. Возрадуйся, смертный, колесо богов повернулось. Удача оказалась на твоей стороне. Воспользуйся же разумно и достойно выпавшим тебе сокровищем. Желаешь забрать дар богов? Нас так спрашивают, как будто у нас есть выбор. Мы, конечно же, забираем. Вот, здесь нам говорят, что играй в PvE, играй в PvP, должен две PvP-хи выиграть, должен PvE пройти, и получишь тогда за это ключ. Ключ от большого сундука. Честно, я не знаю, что это за сундук такой. Вот, поэтому нажмем на ОК. А вот, ну и сейчас мы с вами начнем, пожалуй. Вот, заодно мы с вами сейчас проверим, как у меня будет работать игра не на стриме, а просто в записи. Вот, потому что на стримах у меня шла просадка по FPS-у, и это было не очень приятно. И как для меня, так и для вас, наверное. Да, все-таки на прошлом стриме мы с вами прошли только две карты. Вот, у нас еще вон сколько. Много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать карт.
нужно нам пройти. И это всего лишь один остров, рассветный остров, а у нас их еще два, да? Наверное. Тут посмотрим, как оно все будет. Вот, ну что ж, давайте мы с вами попробуем начать. Посмотрим, сколько тут по времени это займет. Надо. Ух ты! Еще двое. Все. Хотел только мысль одну сказать, но если я вспомню к концу игры, то я ее обязательно скажу. Так, три задачи у нас: экономить время, собирать сундуки и убивать противников. Для того, чтобы вступить в клан, необходимо принять приглашение Хилвера. Так, вот она наша пати. Так, тут веселимся, играемся. Кто-то тут угорает. Все, погнали, ребята. Ай-яй-яй! Так, нас оживили. Где-то тут еще один. Ага, все. Окей, вот этих вот ребят с банками вообще не люблю. Так, давайте будем искать сундуки. Тут сундуков нет. Так, опа-на. Так, меня оглушили. Так, рано нажал. Да, тут с русским акцентом просят помочь. Так, хорошо сработал. Двоих откинул. Так, своим помогаем. Развалили ребяток. Так, ну, смотрите, мы с вами живем, не умираем. Так, тут ничего нет. Так, все на контрольную точку. А контрольная точка где? Так, ой-ой-ой, ребятам надо помогать. Так. Конечно, надо использовать силовые приемы, а я их как бы не то чтобы не умею использовать. Вот, тут пока дотянешься к кнопкой до этой
господи, не кнопкой, а... пальцем до кнопки. Тут у меня и так рука на управление. Вот, а тут еще надо этой же рукой тянуться до цифр. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, все. Меня оглушили, а потом... А потом подорвали. Так, смотрим, ждем. Ух ты, перекаты делает. Давай, оживляй меня скорее. Друган. Так, ну... Так, давай-ка я... Так, не успел оживить, оживляет уже кто-то другой. Ладно. Так, ну... Как бы... Так, тут у нас уже, типа, все. Так, смотрите, оживляем. Первый раз оживляем. Хорошо. Я хоть не лучший игрок, но... Так, один кабан есть. Еще два кабана есть. Так, все в порядке тут, да? Ага, отлично. 8 сундуков. Пока не встаем, тут надо встать на эти три кнопки. Давайте. Да, надо бы мне... Ну-ка. Полетел. Я думал, он в воду улетел. Так, тут на самом деле ребята ищут сундуки. На самом деле я бы тоже побегал бы, поискал. Вот этот сундук найден, вон он открытый. Так, ну ладно. Ладно, давайте на пятерочку нажмем, прыгнем высоко и побежим обратно. Все. Время у нас заканчивалось, 20 секунд оставалось. Ну, как бы вот. Смотрите, я на 4-м месте. Получил 106 опыт, это хорошо. Ну-ка. Убийство смерти. Не самый последний вариант у меня. 12 убийств, 2 смерти. Вот. Вот это вот я пока не могу запомнить, что это значит. Молния и меч. Вот. Но, собственно, вот. Прошли еще одну карту. Так, хоккей. Так, смотрим. Так, вот, отлично.
Отлично. Третья карта уже пройдена. Вот, давайте. Нет, тренировку я проходить не буду. Так, окей. Сейчас я как раз хочу проверить, как у меня запись вела себя. Падал ли FPS или не падал. Вот, ну и, наверное, потом продолжим или закончим серию. Посмотрим. Вот. Ну что ж, запись проверил. И вы знаете, никаких просадок FPS нет. Вот, и, собственно, вы сами все видели. Что ж, это хорошо. Вот, это значит, что, скорее всего, Панзар я буду все-таки записывать. Вот. В общем, ситуация такая. В записи у меня FPS работает стабильно. Но вот на стримах у меня FPS немножко падает. И данную серию я как бы записываю не через Streamlabs OBS, а через обычную версию программы OBS. Вот. Собственно, в чем причина такого поведения программы, я на самом деле не знаю. Возможно, кто-то из вас в комментариях сможет объяснить мне, вот, рассказать что да как. Вот. Что ж, я думаю, что все-таки я на этом пока закончу. Выпуск вот этот, серия по Панзару, получилась не такой уж и большой. Вот, тем более она была проверочная. Я смотрел, как все это вообще будет. И понял, что продолжение все-таки следует. Вот. Ну а на этом пока все. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что никто не забыл про эту игру. Что ж, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании. Вот. Ну а с вами был Однорукий Борис, был с вами также орк Берсерк, вот, с огромной дубинкой. Вот. Всем пока!